Вот опять мои милашечки, Пинка и Кокосик, залезли на меня. Плюс тому, что и так тяжело, еще и дерутся. Пытаются драться прямо на моих ногах. Смотрите, как она сжимает лапоньку, как ребеночек. Ну, это понятно, что просто так они лежать не могут. Начинают драться, наелись, сходили в туалет и все. Начинают драться друг с другом. Так они у нас все кушают, но рыбу стараюсь не давать, потому что слабит почему-то она. А вот у нас есть консервы с кроликом. Они почему-то кролика вообще не любят. Курицу, говядину прям вмиг только унюхают и сразу бегут, орут. А кролик стоит, стоит, они его не кушают. Странно, какая разница в мясе, вроде тоже мясо. Мы сделали когтеточку из этой подставки. Они очень ее любят, и вот Пинка ее все время грызет. Он глупо. Оп-оп. Почему-то за Анфисой ходит она по пятам. Опа. На. На. Поцарапалась. На. На. Опа, опа. Тихо, не комментирую. Лежат, отдыхают. Сам по себе по баске как осян сделал. По голове. Опа, опа. Тебе или по голове. Пинка злая. Вот так спят теперь они.